студенткою Міжнародного благодійного фонду «Спорт і ми», лауреаткою 2016 року Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття». Стела Захарова з нами на зв'язку. Пані Стело, доброго ранку, вітаємо вас зі святом і вітаємо в етері четвертого. Добрий день, добре утро. Так, дякую, що доєдналися. Ну, з'ясовуємо сьогодні і запитуємо безпосередньо і в наших глядачів, що для них 8 березня – це весна і свято весни і краси. Це, навпаки, день, коли варто говорити і вкотре озвучувати про боротьбу за права жінок або ж просто вихідний. Особисто для вас 8 березня станом на сьогодні, яке має значення? І ми бачимо, як в суспільстві теж нашому, ну, дещо так еволюціонує ставлення до 8 березня і те, як ставилися 10 років тому, зовсім інший момент, ніж зараз. У вашому житті, в вашому світогляді змінилося ставлення чи ні? Будь ласка. Да нет, вы знаете, в моем видении совершенно не изменилось. Почему? Потому что это день для женщин очень важный. Это день красы, красоты, день любви. Все мужчины стараются делать все возможное для того, чтобы женщинам угодить в этот день. Вот вы знаете, я вам честно хочу сказать, что я сейчас нахожусь в Одессе, в любимом своем городе. И вчера мы пошли гулять по Одессе, и мы видели огромное количество цветов, которые продаются мужчинам. Мужчины в суете бегают, покупают эти цветы, стоят в очередях. Ну, это стоит этого, этот прекрасный день, что когда ты видишь, насколько наши мужчины имеют уважение огромное, любовь к женскому полу. Наши женщины украинские вообще самые красивые женщины в мире. И вы знаете, именно мое мнение, мое видение в жизни совершенно не изменилось к этому празднику, потому что это праздник весны, красоты, любви, взаимопонимания. Знаете, как-то хотелось бы, чтобы именно таких праздников как можно больше у нас в жизни было, а особенно для наших украинских тружениц, женщин. Поэтому для меня этот праздник имеет огромное значение. Ключовий момент зазначили, дуже цікавий, так, щодо працьовитості українських жінок. І тут ще й варто згадати про ваш спортивний досвід і ваші спортивні звитяги. Неважливо, чоловік, жінка не досягне людина результату видатного, високого в спорті, якщо не буде щоденної кропіткої праці. Ви, як ніхто, це прекрасно знаєте. Окремо хотілося б проговорити з вами про роль в суспільстві, в сім'ї сучасної саме української жінки. Ми спілкувалися з письменницею Ларисою Ніцой минулої етерної години, і вона згадувала, що навіть там ось в нашому фольклорі, в нашій культурі роль жінки і значення завжди була досить таки високою. І були особливо моменти, коли жінка грала чи не вирішальну роль навіть в становленні нашої держави. Вы знаете, я вам хочу сказать, что да, я поддерживаю совершенно это мнение и считаю, что это очень тоже правильное мнение. Мое личностное мнение, что женщина, она как берегиня своей семьи, она создает и делает точно так же, как женщина Украина наша. Она делает все возможное для того, чтобы у нас был мир, для того, чтобы у нас было благополучие в каждой семье. Это огромного стоит. Женщина, она делает мужчину. И разумная, умная женщина, она создает семью для того, чтобы следующее поколение, то есть дети наши, учились на этих примерах. Вот мы в моей семье, я делаю все возможное для того, чтобы мои дети брали все самое лучшее и передавали дальше в свои семьи. И это очень важно. И знаете, что еще хочу самое главное добавить, что если бы женщин было как можно больше в нашей политике, наверное, мы бы были лучшие в мире, потому что женщина, она бережет семью, она создает уют, она делает все возможное для того, чтобы было комфортно жить в семье. А Украина — это большая-большая семья. Угу. И женщина в ней играет огромнейшую роль. Пані Стело, ще запитання від моєї колеги до вас буде. Так, воно стосується саме розподілу обов'язків. От, власне, лише близько 30% людей, опитаних нещодавно соціологічною групою «Рейтинг», вважають, що домашні обов'язки, приготування їжі, прибирання вдома, виховання дітей – це справа обох у парі, скажімо, і чоловіка, і жінки. Утім, все ж таки, більшість тих, хто вважає, що це справа жіноча.
інше. І, зокрема, йдеться, от соціологи порахували, що в сучасному суспільстві жінки хочуть перекласти на чоловіків частку домашніх обов'язків, бо жіноча трудова зайнятість та сфери професійної реалізації зростають та розширюються. От, власне, я б хотіла вас запитати, чи бачите ви таку тенденцію, що дійсно перестає бути кухня місцем жінки, як існує стереотип, і такі інші стереотипи, які пов'язані з тим, що жінка лише має сидіти вдома і, скажімо, забезпечувати комфорт і життєдіяльність там чоловіка або сім'ї з дітьми і сама собою? Ну, знаете, я вам хочу ответить на этот вопрос немножко по-другому, потому что мы сейчас демократическое общество, мы сейчас видим, как живут люди за рубежом, как живет мир весь, и мы берем какие-то хорошие, добрые примеры, правильно. Я прожила с мужем очень долгое время в Швеции, мы выехали из Советского Союза и вернулись в демократическую Украину. Нам дала Швеция фундамент очень большой, понимаете? Я считаю, что женщина не должна сидеть дома и быть домохозяйкой в домашних тапочках. Это неправильно. Женщина не развивается тогда. Женщина с годами становится угнетенная сама в себе. И мое такое мнение, что на сегодняшний день, да, какую-то часть работы должны взять мужчины. Но домашний уют для того, чтобы мужчине было интересно прибегать домой и как можно больше проводить время с семьей, должна все-таки создавать женщина. Она не обязана, и она не должна быть домашней хозяйкой и варить только борщи в домашнем халате. Это неправильно. Женщина должна вместе с семьей, вместе с мужчиной развиваться и быть головой и направлять своего мужчину в правильное русло. Вот тогда это будет правильный тандем. А когда женщина угнетенная, как вам во многих диктаторских странах, угнетенная и прибитая к дому, и к семье, и к детям, и больше ничего в жизни не видит, я считаю, что это неправильно. Мы же находимся в обществе развитом, мы же идем в демократии, в демократическом обществе живем. Мы должны точно так же в ногу с этим обществом и с миром развиваться. И это будет больше, ну, как бы, толку, наверное, и в семье, и для страны, и давать это возможности нашим женщинам. Наши женщины украинские очень сильные женщины, очень мужественные женщины и очень красивые женщины. Это дополнение всего того, что мы сегодня имеем, вот такой клондайк, знаете, счастья и богатства Украины. Это надо ценить. Пані Стайло, хотів би ще повернутися і до ваших спортивних здобутків, і ви вже роками так само намагаєтеся прищепити любов до спорту. І дітям, скажіть, будь ласка, в спорті, чи має місце нині гендерна дискримінація, чи відчували ви, можливо, за свою спортивну кар'єру, або ж за кар'єру як організаторки великих спортивних форумів, певні дискримінаційні моменти, пов'язані з гендером? Ну, что касается спорта, хочу сразу ответить, что это не присутствует совершенно. Почему? Потому что мы спортсмены, мы имеем приоритет в спорте, что и женщин, так же и у мужчин. Потому что есть виды спорта, которые сегодня чисто женские, и они несут на своих плечах огромные, колоссальнейшие ношу такую спортивную и такую, знаете, тяжелую, можно сказать. Почему? Потому что, во-первых, они представляют Украину, женщины. Во-вторых, они когда становятся на пьедестал почета и звучит гимн Украины, это тоже очень многого стоит. Дискриминации именно в спорте, что касается женщин и мужчин, совершенно нету. Но что касается, когда ты уже уходишь со спорта и работаешь в спортивном направлении своем, как человек-организатор, как человек, который состоял человек, который знает и прошедший на своем пути очень многое, и знает свое дело, умеет его делать. Конечно, иногда бываешь, сталкиваешься с этим, что женщин почему-то не всегда ставят в приоритет. Хотя женщины, они намного больше могут добиться и намного больше могут сделать. И они более выносливее, можно так сказать. Да? Я не хочу совершенно обижать мужчин наших. Они прекрасные. Да, да.
Вот. Но мне так кажется, что наши мужчины, если бы дали правление в руки наших женщин, они, наверное, бы намного больше бы тянулись за нами. И у них бы был бы намного больше стимул в жизни. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы в Украине присутствовало немножко больше гендерной политики женской. Почему? Потому что мы, женщины, бы как локомотив, наверное, тянули бы за собой хорошее, доброе и позитивное. И все то, что нужно для сегодня и для семьи, и для страны, и в своей работе. Пані Стело, дуже дякую вам за спілкування. Нагадаю, Стела Захарова з нами була на зв'язку, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, президентка Міжнародного благодійного фонду «Спорт і ми». І нагадаю, що лауреатка Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття» 2016 року. Ну і на сам кінець цієї терної години принагідно нагадаю про наше опитування. Сьогодні запитання дня звучить так. Особисто для вас 8 березня – це